Пьяный водитель в Ярославле протаранил скорую помощь. После столкновения машина службы 03 опрокинулась на бок. По предварительной информации, 19-летний водитель легковушки сел за руль пьяный и без водительского удостоверения. Он и его пассажир госпитализированы. Сейчас они находятся в Соловьевской больнице. Находившиеся в скорой за помощью не обращались. Известно также, что виновники ДТП – граждане солнечного Узбекистана. Один из них находился в состоянии наркотического опьянения. Эту информацию нашей телекомпании подтвердили в ГИБДД.